Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в Калибар. Ликвидировать противника в состоянии меньше чем 10 метров. Ага, снайпер либо боец поддержки. Реанимировать союзника надо. Реанимировать союзника, вся фигня, да, ребята? О, давай снарядим, кто тут нужен, медик. Давай этого отправим и моего любимого стиля-то отправим. У нас продолжается Калибр, мы с тобой играем. Снайпером либо поддержкой. У меня нет снайперов и нету поддержек нормальных. Но поддержкой можно пророком поиграть. 3000 опыта заработать. Ну давай пророком, давай выполним задание, давай пророком зайдем. Давай выполним, дай... Давай зайдем, поиграем. Напоминаю, ссылочка в описании, ребята, есть. Если кто-то хочет попробовать поиграть в этот шедевр. Вот, ссылочка в описании есть. Можешь зайти и попробовать поиграть. Серия, я думаю, будет короткая. Ой, потому что длинная серия у меня. Никто не смотрит по Калибру, никому не интересно. Вот. Да вообще люди какие-то странные в последнее время пошли. Никому не интересно смотреть серии там по 30-40 минут. Всем надо 10 минут. Вот нарезочку, 10 минут, все. Мы смотрим 10 минут. У нас времени нету, мы все занятые люди. 10 минут. Ну, ладно. Знаешь, будут серии по 10-15 минут. Хорошо. Уговорили, уговорили. За снайпера меньше время ожидания. Блин, ну почему? Где я снайпера? Так, что у меня моргает? Почему у меня экран моргает? Что такое? Что такое? Почему у меня это только сейчас подрубилось? Непонятно. Ладно, ждем и в бой. Наконец-то. Наконец-то он мне нашел. Нашел непобедимую команду и кинул, как ты видишь, нас в интересную группу. Чувак опять 53 уровня, и мы 20 и 30. Значит, против нас играют приблизительно такие же ребята. Вот. И еще мы играем на карте радар. Не буду врать, по-моему, я на этой карте не играл. По-моему, я на ней ни разу не играл. Ну, сейчас посмотрим. Я что-то не помню такую карту. По-моему, сколько я вот снимаю, мы на радаре, по-моему, мы были вообще на радаре с тобой. Сколько у меня серий уже по калибру? А, были, извиняюсь, все нормально, все нормально. Все, ребят, под контролем, не переживайте. Не переживайте. Ты куда побежал? Алло. На позицию. Ага. На Б хочет. Ну пойдем. Куда побежал? Здравствуй. Здорово. А, хреново. Противника. Это как-то он его так спилил. Это как-то он так, блядь, это из чего он нахуй? Че у них там за штурмовик, блядь, такой? Авангард, блядь? Это что это за штурмовик такой охрененный у них? Взлом системы Б прерван. Это что за штурмовик такой читерный? Товарищи разработчики, я не понял. Это наркотик-то фул вкачанный, да? Подберите устройство. Взломщик получен. У нас тоже, кстати говоря, авангард. Но я бы не сказал, что у нас хороший авангард. Куда наш все время бежит? Куда-то торопится. Быстрее, быстрее. Да. Кинул я дымок. Этого я забрал. Так. Вижу противника. Так. Это нормально.
Это нормально получилось. Так, а что в начале? Что у них с авангардом? Я не понял, почему он такой дисбалансный. Кстати, такой был. На позицию, на позицию. Подберите устройство и сломайте систему. Подобрали устройство? Не, зачем? Внимание на точку. Да всем насрать на это устройство, успокойся. На точку. Да всем насрать, господи. Всем насрать на устройство, успокойся. Взломщик получен. О, господи. О, господи. На точку, вашу разведку. О, господи. А с чего он такого стреляет по мне? Ну? Внимание. Что тут делаешь? Что ты тут делаешь? Вот это у них авангард какой-то... А с чем авангард бегает? Надо будет сейчас посмотреть, ребят. Почему у нашего авангарда 0 убийств, а у этого уж 6? А, наверное, знаете почему? Потому что он на фул уже прокачанный, да? По-любому, ребят. И у него там абилки читерные стоят. Но я тоже могу, кстати, прокачать эти навыки, там, абилочки и... И читерить, так сказать. Да, здесь навыки немножко читерные на самом деле. Бэшку они взламывают. Взлом системы бета. Смоемся. А почему нельзя? Внимание, под ноги! Да блять, да что его не пробить-то никак? Внимание! Штурмовик противника! О! Почему его никак не сбить? Чем я прицеливаюсь на ближних дистанциях? Разминируй. Странно, странно, ребята. Странный у них какой-то авангард, видимо, вкачанный. У меня предположение. Ну, о том, что он очень этот такой. Я его даже перестрелять не могу, хотя я стреляю очень плохо. Я стреляю очень плохо, но все равно как-то... Кто скажет, ты газом чего не пользуешься? Ну, экономлю, знаете, сейчас газ дорогая вещь. Экономлю, ребят. Контакт. На точку. О, неужели у них вынесли? А, я думал, тут наш. Давайте. Вот это да. Пацаны вроде разыгрались, вроде более-менее нормально. Но авангард у них, короче говоря, читерный. Я не такой читерный, как авангард. У него 1200 уже урон нанес. Много. Ну пойдемте. У меня, кстати говоря, этих уже не осталось, ребят. Практически. Адреналина. Адреналина у меня практически не осталось. Внимание на точку. Угу. Да, здесь просрались. Внимание, под ноги. А там он что-то поставил, да, минку, да?
Он поставил минку. Это вижу плохо. Поддержку врага. Это плохо. Кого ты, блядь, видишь? Нет никого. Взломщик получен. Че, на А идем? Ну давайте. Давайте попробуем на А зайти. Не знаю, к чему это приведет. А, он не на А, он на Б хочет переход. Медик на мушке. Взлом системы бета. А газ, кстати говоря, и моего съедает? Зачем я, блядь, вхожу в прицел? Из чего он убивает, блядь? Из чего убивает этот авангард, блядь, с такой дистанции? Сейчас будем разбираться, ребят. Сейчас после вот этого говна выйдем, блядь, и пойдем разбираться. Я в шоке вообще, этот говноед всех убивает. Ну, я имею в виду говноед, я имею в виду авангарда. Это что за дисбаланс? Подберите устройство и взломайте систему. Пойдемте Позиция. Так убивать. Дохнуть, пойдемте так. Да насрать, блядь, на это. На этот взломщик, хреномщик. Можно и так просто всех перестрелять. Снайпер в укрытии. Снайпер, отрабатывай снайпера. Ну, а, понятно. Откуда ты, блядь? Не понял. Ты понял что-нибудь? Я зашел в дым, посмотрел, как бы. Тут вроде, тут никого, или он туда в угол при... А почему я в дыму его не видел? Чего, блядь? Приветствую. Здравствуй. В дыму я его через дым его не видел. Прошел туда, там никого. Чего? Какой-то странный, да? Вам не кажется, авангард какой-то странноватенький? И урон-то он 2000 уже нанес. Хуё знат. Не знаю, что-то какой-то... Где взлом системы бета? Пока, блядь, добежишь. Пока добежишь. А почему было... Почему я не показал, что бета? Ага. Да прыгай ты, блядь. Он меня уже пометил. В жопу. Нахуй. Я, короче говоря, не понял, что за хрень с этим, что с этим авангардом за хрень, что у него там за ствол такой неохрененный, что он выпиливает все, что видит перед собой, при этом наш почему-то авангард ни хрена не смог сделать, а этот аж 11 киллов настрелял. С учетом того, что наш авангард какого уровня, наш авангард 34-го, а этот авангард 20 какого-то, у него еще 6000 опыта ему дали. По-моему, лучше сода я с ним играл. Давно уже, по-моему, такой чувак попадался. Чё-то какой-то он странный. Авангард. С вепрям. Француз бегает с вепрям. Вепрь — это российское оружие. Вот почему он всех выносил. Во время действия способности оперативник получает эффект рикошета и метка. Уничтожив любого оперативника, оперативник, не находящийся под эффектом щит, однократно получает эффект щит.
отражаемый урон. То есть рикошет, часть полученного стрелкового урона отражается обратно в противника. Работает только на стрелковое оружие. Дополнительный урон от попадания в голову не учитывается. Метка, силуэт цели виден ее противнику. Щит. Цель покрывается временным барьером, который поглощает урон от пули и взрывов, пока не кончится запас его прочности. Чего, блядь? То есть, знаешь, во время действия способности оперативник получает эффект рикошет и метка. То есть, во время, когда он нажимает обилку, у него на него два эффекта, рикошет и метка. Рикошет. 12% урона назад отлетает противнику. 12% урона, как, ну, тот, который я наношу урон, 12% отлетает противнику. А метка... А, еще и щит накладывается. Уничтожив любого оперативника... Ага, если он еще оперативника уничтожает, еще и щит получает. Еще и метку... Охуеть, это дисбаланс, ребят. Кто-то скажет, ну у него ведь дробовик, он стреляет на коротких... Не знаю, у нас выпиливал, как нехуй делал. Здесь дистанции-то на самом деле небольшие. То есть мало того, что он уроном бьет 14 на 6... Это сколько? 84, да, получается? Ой, даже больше, слушай. Ну, бронепробиваемость небольшая. Да, 4 выстрела в секунду, но все равно. Он за счет вот этой расплаты, основной способности, он просто отражает урон. Охуеть, он дисбалансный. Просто жопа, ребят. Может, его купим? Он 55 тысяч стоит, у меня есть 56 тысяч. Охренеть, он, короче, дисбалансный. Знаете, кто против него хорошо будет? Какой-нибудь... Рейн, по-моему, да? Да. Рейн. Типа отключение активированных способностей. То есть, когда Рейн применяет способность свою, то и попадает по кому-то, да, как я правильно понимаю... То есть, или нет, или не у него, подожди, или у Корсара это. Нет. Значит, у Рейна, короче говоря, выключает способность. В общем, короче, жопа, ребят, я не знаю, дисбалансный оперативник. Да, кто-то скажет, у него типа этот, типа вепрь. Ну, ты видел, как он нас разносил. Я думаю, что как он нас быстро выносит, а потому что он обилку юзает, и 12% урона, который я ему вношу, отражается в меня обратно. У него еще плюс щит накладывается, когда он кого-то убивает. Как я понимаю. Охренеть. Он еще и щит на себя потом юзает. Великолепно. Дисбаланс во всей красе, к сожалению. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.